15 сентября 2024 года. Это день памяти мученика Мамонта, отца его Феодота и матери мученицы Руфины. Это день перенесения мощей святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских. Это и архиерейская служба в соборе всех святых в земле русской просиявших города Домодедово. Началась служба с торжественной встречи архиепископа Подольского и Люберецкого Аксия учениками воскресной школы. Затем под праздничное пение архиерейского хора, которым руководила Анастасия Козленко, владыка прошел в собор. Множество народа пришло в этот день помолиться в храм. И учащиеся гимназии преподобного Серафима Саровского, ее директор и учителя, и ребята из домодедовской дружины имени благоверного князя Владимира Храброго, и глава городского округа Домодедово Евгения Михайловна Хрусталева, а также депутат Совета депутатов городского округа Домодедово Андрей Владимирович Грачев. Во время евангельского чтения в этот воскресный день вспоминался юноша, который однажды подошел к Спасителю и задал вопрос: «Господи, что мне делать, чтобы наследовать вечную жизнь?» Христос увидел, что юноша имеет привязанность к своему богатству, и поэтому предложил ему раздать свое имение нищим. Но юноша не внял совету и ушел опечаленным. В связи с этим чтением владыка Аксий призвал паству преодолевать привязанности к чему-либо материальному и приобретать сокровища духовные. Так вот, Господь говорит о том, чтобы мы не имели этой привязанности к чему-либо, к людям, к обстоятельствам, к условиям жизни, к тому положению, которое занимает человек, ведь это все так нас настолько связывает и привязывает, и притягивает, что даже не дает возможности поразмыслить о чем-то другом. Во время сугубо Ектени были возглашены особые прошения о семье, а затем вознесена молитва о Святой Руси. Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Подольского епархиального управления иерей Константин Семенов, благочинный Домодедовского церковного округа иерей Андрей Дичков, иерей Стефан Кузьмин, иерей Мефодий Сердюк и иерей Павел Волос. Причащали паству из четырех чаш. Завершилось торжественное богослужение целованием креста.